Добрый день, мой дорогой зритель! Вы на канале Инет без бед. Сегодня жара. Смотрите, лакунчик отдыхает. Отдыхает он. Да, всем привет, привет. Покушал он, покушал вкусно, мяско покушал. Всем привет. Дай лапу, лапу, лапу дай, дай лапу, лапу дай. Дай лапу, дай лапу, дай лапу. Дай лапу. Вот так он отдыхает, да? Хороший пес, наелся и отдыхает. Наелся и отдыхает. То здесь, то там. Да, хорошая собака. Что Борсик делает? Что делает Борсик? Пойдем посмотрим, что Борсик делает. Вот он. Борсик только что летал. И хотела снять, он вверх залазил лапками наверх, на крышу свою. И кувыркался. А ну-ка, покажи нам класс. Борщик, покажи. Жара у него, да? На окне он тут. Жарко ему, хоть и далеко от солнышка, все равно. Ну да? Ну да. Что ты застеснялся? Ой, какой стеснительный. Ты чего застеснялся? А ну-ка, всем привет. Всем привет. Говори. Борщун. Ой, да-да-да. Да-да-да. Он любит, любит, любит сниматься. Всем привет. Синий цвет он любит. Телефон синий. Ну, покажи мастер-класс. Как ты тут кувыркался? А теперь прям все. Замолчал. Да, или ты хочешь мороженое? Мороженое? Мы сегодня купили вкусное мороженое. Сейчас покажем вам. Какое мороженое? Борсюня. Ну-ка, ну-ка, всем привет. Ну? Ну вот он такой красивый, красивый. Ух ты-ка, ух ты-ка. Рассказывай, что ты? Что ты здесь надумал? Отдыхал как? Жарко? Покажи, какой ты делал тут пилотаж. Пилотаж. Не заснимешь. Вот так он поживает. Скок-поскок. Да, скок-поскок. Ну вот, купаться не хочет, купалки нету. А в кормушке налила во второй воду. Не хочет купаться. Купается в поилке. Вот его поилочка-баночка. Туда залазит лапками и клювом на себя обливается. Ну, покажи. Покажи, Борщ, покажи. Покажи нам интересное что-то. Нет, ничего. Ничего. Ничего не показывает. Ну, пойдемте мороженое посмотрим. Пойдемте мороженое посмотрим. Какое мы мороженое сегодня купили? Ну, вот уже. На месте наш пес. Наш пес уже на месте. Ой, как хорошо. Хорошо отдыхать, наелся. Идем мороженое. Пойдем мороженое. Достанем мороженка. 300 грамм. 300 грамм мороженка. Сейчас я вам покажу, какое. Вот такое мороженка я брала. Угу. Вот, смотрите, тут можно почитать. Что, чего и как. Оно как этот.
крем-брюле, что ли. Я открыла его. Сейчас. План. Темер. Короче, не прочитаю на английском. Мороженое крем-брюле с арахисом. Крем-брюле с арахисом. А что за фирма? Не знаю. Вот такой значок. Какого города? Сейчас какое увеличительное стекло. Может, увидим тут. Место Днепр. Запорожье. Ой, Запорожье, я говорю. Днепр делает его. Вот такое мороженое. Сейчас заглянем туда вот. Видите? И оно вкусненькое, с арахисом. Сейчас я вилочку возьму. Попробовать. А ну-ка. Мороженка, выходи. Вот такое, видите? Арахис там. Ам. Крем-брюле с арахисом. Вот. Вкуснятина. Угу. Вкусно. Пачка 300 грамм. А сколько стоит? Не знаю. Купила и забыла. Вчера выбросила случайно. Я его положила и забыла. Угу. Вкусная. Хорошая. Кашу сварила, пшено. Лакончик будет мороженое. Лакки будет мороженое? А ну-ка. Мороженое. Ой, вкусно, вкусно. На, мороженка. Ну, вкусно. Нет, наверное, не вкусно ему. Ой, он хочет, хочет, но стесняется. На. Ой. Сейчас уберу, он начнется. Где оно? Где оно? Вот так. Вот так. Вот такое мороженое. Что я ему вытащу? Вот такой, как щербет. Я бы его назвала щербет. Вот такое мороженка. Вкусненькая. Кусочки арахиса. И крем-брюле в меру жирное. Вкусно. А вот тут у меня есть... Смотрите, какая каша. Спасибо тебе, Сяня. Ну, не знаю, что-то не идет. Не идет. Вот еще булочки я покупала. Булочки вкусные. Рогалики домашние. С кунжутом и... Я сейчас покажу вам на сыроватке. Смотрите, на сыроватке.
7,3% сироватка, молочной сироватки. Рогалики домашние вот такие. Достанем, что здесь есть. Я кушала с борщиком. Борщик у нас неотъемлемая часть классики. Вот так. Кстати, кунжут я не очень люблю. Я даже очень довольна, что его здесь мало. Рогалики. Что хочешь, можно с ними сделать. Вот, хлебушек. И как всегда, с борщиком. Не могу без борщика. Борщик попугай и борщик в кастрюле. Борщ. Борщ. Вот такие новости на сегодня. Подписывайтесь на канал. Ох, какой Усман. Очень вкусно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо за просмотр, друзьяки мои.